Европе накануне американской серии. В Праге она заявилась, но проиграла на старте же Аранте Рус в двух сетах. Хороший перевод какой. Россиянка соперницу. Отличная подача. На этот раз было 3-6-1-6. Классный какой укороченный удар. 40-15. Первый мяч выигрывает Светулина. Ой, как неудачно. Ничего себе. Какая неудачная скидка в исполнении Павлюченковой. Сорок ноль. У Камилы она как раз первую партию выиграла, но уступила ей тайбрейк второго сета. А третий сет выиграл. С второй подачи направляет мяч. Мягковата была вторая подача. И проиграла свою подачу в шестом гейме. Ох, какой прием. Аут. Боже мой. Какие ошибки были у Анастасии. Спасибо большое, конечно, ей за это. Но... Сейчас вкладывается, конечно, в каждый мяч Павлюченкова. Ее бы хорошо немножко оттеснить от задней линии. Да, вот сейчас сыграла глубоко. Да, неудачная играет Павлюченкова. И первый сет выигрывает с первого же сет-поинта Элина Светолина. Как здорово. Перешла в контратаку Элина. Буш. Ну, наверное, не стоит уж так рисковать. Воспользовалась именно из-за этих ошибок. И просто не успела среагировать на мяч, даже не попала ракеткой по мячу. Ну да, скорее соглашусь с Чичилией. Ну вот, отличная первая подача, это был эйс. Да, ну спокойно, уже в свободную зону направляет мяч. Здорово. Ну, классно. Quindici.
здорово, Элина. Вкладывается в прием подачи Павлюченкова. Ух, вот какая свечка классная была. Вот это, наверное, самый лучший удар у Павлюченковой. Было более резким кроссом положить мяч. Да. Ну вот, сейчас резко перешла с активного. Погоняла соперницу Свитолина. Подлево свела игру, да. И сейчас вот кинулась Павлюченкова подстраховывать все-таки середину, потому что понимала, что может пройти прострел по линии. Элина это увидела и сыграла опять кроссом. Сейчас очень здорово, несмотря на активный такой... Да. И вот эти ошибки сначала на подаче, а потом из игры пошли именно от того, что она набегалась, но использовать этот период. Но здесь вложила. Ох, как классно. Шикарно сейчас играет по линии Свитолина. Хороший, классный прием. Сразу завладела инициативу. Вот сейчас старается действовать так, как действовала Павлюченкова, когда сделала этот брейк. Она вот просто всю силу вкладывала. Да. Ну что ж, 5-4. И как раз первая половина этого сета, когда она уступала с брейком, если... Попал. Момент попал, не попал мяч. О, хорошо. Меняла направление подачи. Павита. Дюс. Не выдержала. Ну, такое напряжение было в этом гейме. Поэтому, конечно, перед Индиан Уэллсом очень нужна была игровая практика. Поехала в Монтерей играть. Наигралась, но Индиан Уэллс так и не... Были сыграны два небольших турнира WTA International серии в Палермо и в Праге. Мужской тур присоединился уже только к концу месяца. Ох, попало, классно. Боль. Какой глубокий прием.
Вантаджо Звитолина. Оставила щель. Какая хорошая подача. Класс. Итак, тай-брейк. Стояла Павлюченкова, и на короткий удар, конечно, пошла резко отвечать на вылет. Ой, да, слишком длинно. Активно опять очень принимает. Молодец какая, Алина. Как вернула мяч. Нет, не попала. Аут. Очень важно терпеть. И правильно выбирать момент. Как можно глубже еще при этом нужно играть. Ух, какой винерс потрясающий. Да, здесь очень важно. Она играла надежно, но при этом достаточно глубоко. Вот не... Шикарно. Она выиграла два очень важных мяча. И как спокойно сыграла две эти комбинации. Да, честно говоря, ну, во всяком случае, сначала на тай-брейке то туда, то в другую сторону разворачивалась ситуация, и непонятно было, чем все это закончится. Но вот умение терпеть и хладнокровно действовать, тут Элину вновь не подвело. И вновь этот ее феноменальный скилл принес очень важный результат. Кстати, шестая победа подряд. Если не брать паузу, шестая победа подряд в этом сезоне у Элины Свитолиной. Она выиграла турнир в Монтерре и выиграла уже первый матч здесь, в Риме. Идет дальше еще одна украинская теннисистка. Таким образом, в 1/16 у нас две украинки. Даяна Ястремская сыграет с Симоной Халеп. Давайте посмотрим на статистику. По винерзам уступила Элина.